Как не попасться на уловки интернет-мошенников, рассказывает администрация Самары в своем телеграм-канале «Вести с Дворянской». Информация о правилах безопасности размещена в карточках. Никому не сообщайте личные данные. Подключите уведомления об операциях на карте. Пользуйтесь антивирусами. Посещайте безопасные сайты. Не переходите по ссылкам от незнакомцев. Департамент опеки, попечительства и соцподдержки сообщает, что гостевой режим – это прекрасная возможность ближе познакомиться с ребенком перед оформлением опеки или усыновления. Гостевая семья, как правило, принимает ребенка на небольшой срок – от 1-2 дней до 1 месяца. Длительность периода, конкретные сроки определяются организацией, где находится ребенок. Если у ребенка есть брат или сестра, то дети передаются вместе, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. Мнение и пожелания ребенка, в том числе периоды и сроки пребывания в гостевой семье, тоже всегда учитываются. А с 10 лет его согласие обязательно. Для оформления гостевого устройства необходимо положительное заключение органа опеки. Если вы хотите помочь детям, но пока не решили стать приемными родителями, у вас есть возможность стать для ребенка наставником и значимым взрослым. Администрация железнодорожного района Самары сообщает, что сейчас в Самаре проходит адресное информирование жителей. Это важная часть подготовки к выборам. Оно позволяет избирателям получить информацию о предстоящих событиях, уточнить интересующие детали и задать все необходимые вопросы. Важно, чтобы каждый из нас знал, какие выборы проводятся на территории Самарской области, когда, как и где можно проголосовать. Открывайте двери членам УИК.